Так, ребятки, заказываем маечки. Разные цвета. Телефончик будет, напишу. Вот тут сейчас Елена. Так, заводи кисть. Заводи кисть этой ракеткой. Локоть ниже. Локоть за счет ног на уровне сетки. Да, поехала. В конце чуть-чуть покажи мне красную накладку. О! Вот, предплечье, кисть вокруг локтя. Пробуем. Давай. И заводи вещи кисти на мяче. Вот, с ускорением. Вот. Да, глубже кисть. Вот, глубже кисть. Вот. Все дело вот в этой. Заводи кисть. Во-во-во-во-во. И пошла. Вот. И выплевывай. Выплевывай эту ракету. Видишь, много в сторону. Чуть-чуть за мячом. Да. 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 Ну ты покажи ракетку. Че, как ощущения от ракетки? Необычно. Ну а кисть ты чувствуешь? Кисть чувствую, да. Ну и хорошо, раз чувствуешь кисть. Видишь, сейчас тебе надо вот это движение кистевое перенести на обычную ракетку. Вот, но запомни, как ходит предплечье с кистью. Твоя ракетка делает. Вот смотри, мы сейчас с тобой разберем твое движение, да. Вот какие ошибки, чтобы ты посмотрела. Первое, смотри. Видишь, почему часто сетка? Высоко ногами садишься. Сидишь, видишь? Да. Чуть-чуть. Угу. Видишь? Да. Видишь, высоковато. Угу. У тебя принцип движения должен идти снизу наверх. Угу. Высоковато сидишь. Чуть, вот видишь, чуть ножками под него. Под него все время надо ножками ходить. Угу. И в конце, смотри, не доворачиваешь красную накладку. Видишь? Покажи вот мне противоположную накладочку красную. Угу. Чтобы дорабатывала движение вокруг плеча. Угу. Видишь, уже кисточка хорошо ходит от той ракеточки. Вот. Ноги. Ноги, да, ноги. Под мяч все время уходить чуть-чуть. Видишь, тогда сетки не будет. Угу. И в конце дорабатываешь, видишь, предплечье, показываешь мне красную накладку, чтобы движение строилось еще вокруг плеча. Запомнила? Да, поняла. Вот так. Так, Диман, покажи накат. Молодец. Да, поступательное движение. Локтем, видите? То есть идет очень много поступательного движения локтем. Вокруг локтя. Кисть. Показывай больше черную накладочку. Вот разница между скруткой. Да, что скрутка идет вокруг локтя и вокруг плеча. А тут больше поступательного движения именно локтем. Так, пробуем на кате, давай. Вот, Дамай, ты у меня какой раз? Раз второй накат делаешь? Второй раз, видите, человек делает второй раз накат. Так, разберем. Видишь, чуть-чуть концовочку не закрываешь. Вот сейчас закрыл.
хорошо локтем поступательное движение делаешь, кисточку ставишь стенку. И смотри, высоковато начинаешь держать. То есть держи стеночку кисти на уровне сетки, видишь? На уровне сетки. Видишь, начинаешь держать выше груди, видишь? Опять у тебя движение должно построено быть снизу, не сверху вниз при накате, а внимание, снизу наверх и закрыл кисть. А чтоб ниже, то есть ножками подсядь больше, видишь? В коленках согни ноги, видишь, побольше. Видишь? В самих коленках согни ноги побольше. Тогда у тебя движение пойдет лучше, намного. Запоминай. Видишь?